Привет всем. Вышли прогуляться на улицу. Хочу показать вам, как цветут каштаны в Молдавии. Это каштаны, рядом еще какое-то дерево. Ну, тоже каштан, да. Только другого сорта, розовый. Это редкость, но вот такие каштаны тоже встречаются, розовые и такой беленький, очень красиво, люблю, как цветут каштаны. Догоняю своих. Уже собираем клубничку и где-то начинает уже краснеть черешня. Найду, покажу. А вот нашел и черешку. Уже такая есть красненькая, зелененькая, желтенькая. Интересное зеркало. Видишь себя? Пожалуйста. Вот во дворе кто-то сделал аистов. Прикольные. Вот сейчас уже ветра нету. Вот еще черешенка. Вышли с остановки прямо. Уже такая розовая, можно кушать. На, попробуй. Скажи мне. Классная? Сладкая. Что? Серьезно? Они могут найти. Они навариваются на ключах. Навариваются, говорю, на ключах. Или это стоимость замка? Нет, что отключить. Понятно. Вкусные? Дай попробовать. Дай попробовать. Да. Ой, и все. Спасибо. Вишня. Вишня уже тоже краснеет. Интересно. Красивые аисты какие. На березе такое гнездо и там аист. Нравится тебе? Да. Мне тоже. Это покрашено березой. А вот интересные деревья. Я сначала не понял. И подойдя только ближе въехал. На вишне привили сливу. Ой. На сливе привили вишню. Вот ствол сливы или вишни. Короче, это вишня со сливой вместе. Вот рядок деревьев. Листики такие похожи на дикая слива такая. А плоды вишня. Они еще зеленые. Покажу, когда будут спелые. Очень интересно, как тут привито. Видно ствол. Обрезан был. И вот отсюда растут уже заросли такие слива. Скорее это на вишне привили сливу. Или наоборот. Короче, такая смесь. Вишня со сливой. Очень прикольно. Я видел уже такие деревья, пол дерева вообще растет. Вишня, вторая половина, другой плод. Оригинально.